В продолжение этого парады. Может, ты знаешь, нет, значит, уже точно не будет бессмертного полка на 9 мая. Ну, понятно, во всех приграничных регионах, от Крыма до там, Белгорода, Брянска и так далее, не будет вообще ничего, ни парадов, ни бессмертных полков, вообще никаких, собственно, мероприятий. А в Москве непонятно. Бессмертного полка вроде бы не будет. Британская разведка успела заявить, да, что не будет, потому что хотят скрыть потери. Ну, а как скрыть потери? Что это значит? Вот, ну, что значит, если родные придут с фотографиями свежепогибших, то все погибших количество, да, конечно. Ну а как они потонут? Там же ходили миллионы, так сказать, потонут в этом общем потоке, поди разбери. Разница, где дедушка, а где внук, правильно? Они выглядят, ну, иначе. Там с портретами и Геббельса ходили. Ну, и что? Ну, ну даже, не, ну, на всякий случай, ну, думаешь, как вы поминаете павших солдат, как бы, да, да. Ну. Ну, так, ну, просто встретились родственнички и поговорили, это уже опасно, если ты хочешь скрывать потери, правильно? Что может выясниться, что, а вот мы представители 76-й воздушной дивизии, у нас дивизия дважды поменяла, 2,5 раза поменяла состав за это время войны. А мы представители там одной из бригад сил специальных операций российских спецназа, которая 5 раз поменяла личный состав за год. 5 раз. Угу. Полностью. Угу. И это такая, и сразу много узнал. Одно дело удерживать там, грубо говоря, сообщество родственников конкретного подсоединения, да, а другое дело, когда они начинают между собой обмениваться. Тут уже эти горизонтальные связи никому не нужны. А это ж повод дать таким. Фактически они подумают, что раз мы поминаем павших солдат... 5 лет не проводить, ну, потому что это всегда будет тема. В этом точно, в том, что в следующем они еще будут смотреть. Они же реагируют ситуативно давно уже, не пролонгированная ситуация. Но в этот раз не нужно допускать никаких разговоров о павших солдатах. Не нужно. Тем более под эгидой там всероссийской акции, потому что всероссийская акция будет понята очень многими как разрешение говорить об этом. Или хотя бы между собой говорить. Если не СМИ, то обмениваться информацией. Этого не нужно. Очень много данных может всплыть просто на перекрестном общении родственников и всего остального. Интересно. Ну да, я как-то вот подумал, ну думаю, ну там эти толпы с досками. Нет, информационные пузыри очень сильно рулят, реально рулят. Ну, поэтому люди сидят в информационных пузырях, но одно, ну, представь себе, есть город Псков, там контролируют местные особисты, ФСБ, там военные, ну, да, все стоят, да, родственникам рассказывают, ребята, ну внутри трындите, куда уже деваться, ну не надо разговаривать там с представителями Тульской дивизии, там, например, да, 106-й или еще какой-то, там не надо чистить, а если чистите, то рассказывайте нам. Кто что, о чем говорил и так далее. И вдруг они все съезжаются в Москве на Красную площадь. Так нет, в своих городах тоже могут походить. В своих городах. Вот, вот они собрали. Нет, их своих это свой. Ты там сидишь, там более-менее контролируется. Ну, вряд ли кто-то из Тулы поедет отмечать бессмертный полк в Псков, правильно? Так, или и, ну, естественно, да. То есть, но имеется в виду, в Москву тоже они не факт, что они все или попали. В Новороссийск. А вот, а представь себе, что вот приедут представители в Москву. Ну, как Москва, что всероссийская акция, Красная площадь, парад. И парад – это повод. И вот раз, а что у вас? А у нас вот там в квартире раз 3 раза поменяли личный состав. А у вас? А у нас выбито 95% офицеров. А у вас? А у нас вот это вот. И как-то так это... Да, ты, приезжает он себе обратно в Тулу и говорит, а вы знаете, что там вот там в Новороссийске, значит, в Иваново, и везде-везде, далее везде, такие вот проблемы, как у нас, даже хуже. И все такие, о, это елки-палки. Потом кто-то пишет форумы, кто-то говорит журналисту, кто-то интервью дает. Ну, надо, не надо. Пусть сидят в информационных пузырьках, которые формируются и контролируются до некоторых типов. На чем обобщать? Не надо обобщать, и не надо условия создавать для обобщения. Ну, нафиг. Люди преувеличивают. В информационный век кажется, что все известно. Ничего подобного. Все сидят в информационных пузырях, даже самые информированные люди. А вот при преодолении этих пузырей, начало там разговоров между пузырями, установление связи, это как раз очень неприятная штука.